Хочешь прийти поиграть? Сегодня отличный день. Микки ждет. Здесь столько интересного для тебя и меня. Хочешь прийти поиграть? Сегодня отличный день. Микки ждет. Здесь столько интересного для тебя и меня. И не забывай, что у песика Микки есть новое место для игр. Песик Микки каждый день находит новых друзей. Песик Микки ждет тебя в гости, чтобы спеть с тобой песню. Приезжай к нам на ферму. Микки. Привет, Микки. Привет, Микки. Привет, все. Ферма Микки. Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Как же холодно на улице! Но разве этот снег не прекрасен? Вам нравятся зимние игры? Нам с Меган очень. Вы ведь помните Меган? Она мой самый лучший друг. Вчера я видел, как Меган катала большие снежные шары. Сделаем большой шар вместе. Уверен, мы сможем слепить очень большой шар. Вперед! Привет, Микки! Привет, Микки! Кажется, здесь можно слепить большой снежный ком. Начнем! У меня нос дрожит от снега. Ай-яй-яй! Собачий нос хорошо нюхает, но катать им снежки неудобно. Мне нужна помощь! А Меган не может мне помочь. Она в школе. Кого же попросить слепить мне снежный ком? А посмотрите-ка! Кажется, на нашей ферме гости. Вперед! Простите, а можно... Подождите, это не человек. Как же он попал сюда? И почему на нем вся эта зимняя одежда? Кажется, это перчатки Меган. Без них пальчикам Меган, наверное, очень холодно. Я верну их. Мне не дотянуться. Это же шапочка и шарф Меган. Ей наверняка холодно без ее зимней одежды. Микки! Это она! Она знает, что делать! Да и Гай с Фионой помогут! Ой-ой-ой, Микки опять совсем запутался. А ты знаешь, кого Микки увидел у амбара? Ты знаешь, почему на нем были рукавички Меган? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, уже возвращается домой из школы. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона, Меган! Помогите мне! Я увидел незнакомца около амбара. На нем были перчатки Меган.
О, какой невоспитанный. Если хочешь взять чужую вещь, нужно всегда спросить разрешение. Правда, он не настоящий. Не настоящий? Тогда зачем ему рукавички? Я не знаю. Опиши его, Микки. Он довольно смешной. Кажется, его сделали из снега. Он похож на мороженое из трех шариков. Ням-ням, мороженое! Давайте попробуем. Думаю, сейчас слишком холодно для мороженого. А я ем мороженое в любую погоду, Гай. Ты права, Фиона. Я бы не отказался от порции мороженого прямо сейчас. И я! Микки, та штука из снега носила перчатки? Какого они были цвета? Они были... зеленые и с дыркой. Я хотел снять их, но не мог дотянуться. Зеленые перчатки с дыркой на пальце? Кажется, это мои старые перчатки. Помнишь их, Гай? О, кажется, я припоминаю зеленые перчатки. Я думал, что это салат и хотел их съесть. Но они не очень вкусные. Мои новые бордовые рукавички на мне, Микки. Как же твои старые зеленые перчатки попали к тому незнакомцу возле амбара? Может быть, моя книга сможет нам помочь? Смотри! Человек-мороженое! Привет! Я Саймон! Я не мороженое! Я снеговик! Снеговик! Привет, Саймон! Я Микки! Привет, Микки! Ну как, тебе нравится зима? Да! Сегодня я хотел слепить большой снежный ком, но ничего не вышло. Думаю, если ты будешь стараться, то сделаешь самый большой снежный ком, Микки! Да, Микки, чем больше ты стараешься, тем лучше будет получаться. Я вот бесподобен в поедании овощей. А я лучше всех играю? Вы правы, друзья. Попробуй сделать снежный ком. Я помогу тебе, Микки. Спасибо, Меган. Не забудь надеть рукавички, Меган! Сегодня холодно! Они уже на мне. Отлично, Меган! А вот с моими перчатками не все в порядке. Хорошо, что мои пальцы сделаны из веток. Прости, что я хотел забрать твои перчатки, Саймон. Я думал, что они принадлежат Меган, но у нее уже есть новые. А как тебе достались те зеленые? Мне дал их папа Меган, как и эту шляпу. Он умеет наряжать снеговиков. А знаешь, что самое интересное, Микки? Что? В них удобно делать снежки. Лови! Молодец, Меган! Спасибо, Микки. Я очень рад был повстречать вас всех. Надеюсь, вы отлично проведете эту зиму. Спасибо, Саймон. Пока. Пока! Почему бы нам не сделать снеговика? Отличная идея, Микки. Нам нужно сделать 3 больших снежных шара. Прекрасная идея. Кажется, мне понадобится помощь. Копытами не просто катать снежки. Не волнуйся, Гай. Мы сделаем снеговика вместе. Отлично! Ура! Меган, Гай, Фиона, я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо! Что скажете? Мы сделали снеговика. Что скажете? Снеговик! Еще раз! Снеговик! Снеговик! Как мы знаем, снеговика делают из снега. Я знаю! Ему нужны глаза, рот и нос. О, да!
еще одежда. Подходящая одежда. Скоро мы сделаем снеговика. Прямо из снега. Точно, из снега. Еще раз. Снеговик из снега. Было интересно узнать больше о снеговиках вместе с тобой. А я хотел забрать его перчатки. Думаю, вам будет весело делать снеговика самим. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи!